Всем привет, с вами Андрей Полховский, я нахожусь в Египте, это Шарм-эль-Шейх, и сегодня мы едем на экскурсию, это батискаф, подводная лодка, едем осматривать подводный мир Красного моря. Изучив предложения и цены гида от туроператора на информационной встрече, мне захотелось поискать альтернативы. И я их нашел. Все то же самое и практически в 1,5-2 раза дешевле. Если кому интересно, пишите, дам контакт хорошего гида с адекватными ценами. Хотите, платите дороже и покупайте через вашего принимающего гида, который вам будет рассказывать и запугивать, что надо покупать только у него, что страховка не действует, если поедете не с ним, что карантин, нельзя выходить из отеля, то вас арестуют и посадят в тюрьму. Все эти уловки делаются для того, чтобы вы купили именно у него и именно в первый день вашего отдыха, когда вы еще ничего не знаете и не сориентировались на месте. А хотите, покупайте экскурсии по адекватной цене. В итоге все равно на одной яхте встречаются люди, которые заплатили кто-то 50, а кто-то 100 долларов за одну и ту же экскурсию. В итоге давайте посмотрим, что мы получили. К нам приехал гид в отель. Мы обо всем договорились, внесли предоплату 10 долларов. Нам выписали квитанцию, и уже на следующий день за нами приехал транспорт и забрал нас на экскурсию. Как ни странно, транспорт приехал вовремя, даже за 2 минуты до назначенного времени. Немного расскажу про экскурсию. Стоимость ее 35 долларов за взрослого, 15 долларов за ребенка. Ехать от нашего отеля, который расположен в бухте Наама-Бэй, около 15 минут. Все рыба и все кораль, которые видим сейчас под водой. Написано по-русски информация, как называется рыба, какая кусается, какая давида, какая вкусна, какая невкусная. Информация надо сейчас опасна, это крестик, красный крестик, такая значок на фотографировании. Это барракуда, большая барракуда. Акула здесь нету, акула дальше, во глубокой море. Ядовида такая рука, это мурена. У нас серия мурена, скат тоже ядовида, скат. Ну, самая ядовитая рыба во всей Красном море, это самая красивая. Называется крылатка зебра, эндес крылатка. Самая красивая, самая ядовитая. Рыба Наполеон 2,30 м, 2,5 м, 200 кг. Одна рыба, большая, вкусная тоже. Синий треугольник, это глубина. В ресторан, да, но здесь просто, смотри. Экскурсия называется батискаф или подводная лодка. Мы погружаемся под воду вместе с хорошим коралловым рифом, где через иллюминаторы вы сможете рассмотреть кораллы, рыб и весь подводный мир Красного моря. Послушав рассказы еще одного местного гида и немного подождав, мы проходим к нашей подводной лодке. Все загружаются, и сначала вы можете отдохнуть на палубе, насладиться видами и пейзажами. А потом нужно будет спуститься на нижнюю палубу, после чего происходит погружение. Камера, конечно, не передает всей красоты, так как снято это все через стекло.
и освещение под водой не такое, как хотелось бы. Поэтому рекомендую всем увидеть все собственными глазами и хотя бы один раз съездить на такую экскурсию. Впечатления незабываемые. Надеюсь, мое сегодняшнее видео вам понравилось. Ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Полховский. Всем пока!